Приветствую, друзья! Сегодня я покажу, как сделать простую игрушку антистресс в виде бесконечной карточки. Нам потребуется один квадрат размером 8 на 8 сантиметров и 4 прямоугольника, которые получаются путем разрезания подобного квадрата пополам и имеют размер 4 на 8 сантиметров. Еще потребуется клей и декоративная бумага. Каждый прямоугольник складываем пополам. Получаем 4 полоски, согнутые посередине. Затем каждую полоску прикрепляем к большому квадрату на клей, оставляя половину свободной. Приклеиваем, направляя в разные стороны так, чтобы половинки бумаги в поднятом виде образовывали 4 стенки, которые сходятся у центральной точки. Вот такая основа у нас получилась. Добавим декоративных элементов. Я возьму квадратики голографической цветной бумаги и приклею. У меня это 12 квадратиков 6 цветов со стороной 3,5 см. Буду приклеивать в шахматном порядке, чтобы цвета смотрелись интереснее. Можно сделать по 4 квадрата одного цвета или приклеить фотографии либо рисунки. В итоге получается вот такая карточка, части которой можно менять местами и наблюдать за изменениями цветов. Довольно залипательная штука. Как вам результат? Напишите в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на канал ArtVium. Здесь вы найдете еще много интересных идей для творчества.